Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, давай-ка заберем награды наши. Раз, используйте ускорение, сделку. Давай-ка глянем, что у нас тут по сделке. Баксы на еду, не хочу. Так, деревянный мост на еду. Вот это можно. Дальше. Баксы, павильон, тропический лес. Перебьемся. Тропический бульвар на еду. Не хочу. Так, суперзавр у меня и так есть. Давай-ка перейдем в здание, посмотрим. Так, чудесный лабиринт, смотровая площадка. Вот, пожалуй, я ее... Давай на ДНК разберем. Окей. Дальше, что у нас еще? В юрском парке, давай посмотрим про динозавров. У нас аллозавров много. Что? Скалозавры. Как ты видишь, присутствует тоже достаточно много количества. Кулазух. Давай я возьму кулазух, обменяю его на баксы. 30 долларов. То есть 10 долларов за кулазуха. Такая вот у них цена. И аллозавра тогда уж тоже мы с тобой поменяем. Всех. Так, отлично. Все, сделки мы закончили. Так, использовать ускорение. Открыть наборы карточек, еду. И моды. Давай моды, наверное, сделаем. А потом потратим хавчик. Потом потратим хавчик. Так, за деньги. Поехали. Давай, 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 Блю. Не гундойся там. Так, нам выпадает бодрость. Дальше. Что нам тут выпадет далее? Закалка на 20% УЗ. И давай редкий возьмем. Показывай. Выпадает нам прочная кожа. Все. Это мы с тобой тоже завершили. Тут награда. Так, ускорение, карточки. Хавчик, надо хавчик нам потратить. Так, во-первых, зайдем в инкубатор. Так, здесь нужно заказать. И посмотрим, кто у нас тут созрел. Ну вот. О, ускорить бесплатно. Этого забираем. Ох, ох, ох. Терезинозавр. Поместить. Упс. А поместить-то и некуда. Ай-яй-яй-яй-яй. Твою налево, ребят, придется нам... Как-то так делать. Блин, не могу его поставить никуда, понимаешь? Так, ладно. Анкилодок. Ну его-то понятно, поместить есть куда. Поместить, да еще и прокачать. Так, за соточку включить. Конечно, хотелось бы, ребят, за соточку включить инкубатор, чтобы он там эволюционировал. Но там у нас тираннозавр висит. И он не хочет прокачиваться. Он очень долго. Долго идет к этому. Так, ладно, здесь мы завершили. Забрали тут. Давай посмотрим, что у нас по событиям. Так, VIP глянем. Ох ты, ох ты. VIP-ка очень даже неплохая, ребят. Ёк-макарёк. Так, это у нас подводное царство, опять же, да? А здесь по событиям, если глянуть... Чудовище глубин. Ну, тут ты видишь, да? Чудовище глубин, тут не 100% тебе выпадет лего. А там 100%. Так что, наверное, будем проходить вот эту випку. Поехали. Значит, карнозавр, дункулястей и ризот. Кстати. Хорошо, что мне сейчас ризот попался. Я же вспомнил, что... Нам же в прошлой серии выпал ризот. И нам бы его поставить. Так, подожди. Нет, 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 нет. Ты сиди пока. Тебе придется там сидеть еще очень долго. Ризодик.
Так, ризотто у нас вообще-то вот здесь, по-моему. Нет, не амфибия. Тут кевики, это не то. Риф. Нет, тут гауфиозавр. Пещера, да, значит он? Да, ризот пещеры. Давай выводить его. 3 дня, твою ж налево. 3 дня он будет созревать. Ну что, поехали. Значит так, против кронозавра мы возьмем аммонита, даже нет. Против кронозавра мы возьмем Литсихтиса. Против Дунклястея мы возьмем Кайвикея. Против Ризода мы возьмем Геликоприона. Поехали. Ну что, начнем потихонечку. Поехали. Так, сразу вырубили. Дунклястей выполз. Только он выполз, музыка сразу исчезла. Ох ты. Ох ты какой. А ты посмотри на него. Лови. Упс. Он выжил. Ладно, ребята, это не беда. То, что он там выжил, у него 88 хп, ну, 20 хп, 88 к атаке. Все, вырубаем его. Так, и выползает Ризодик. У него еще меньше к атаке, 72. Ну все, короче, ему крышка. Крышка же, да? Ну конечно. В общем, друзья мои, первый поединок прошел довольно успешно. Так, переходим на следующий и смотрим, что нам достанется здесь. Леоплевродон, Ксенотодон и Прогнотодон. Вот оно что. Значит, здесь нам, наверное, придется... Я возьму Аммонита здесь. И, наверное, Архилона. Но Архилона одного будет мало, поэтому... Сделаю так. И вот так. Поехали. Единственное, что там гибрид 5 уровня. Это, сам понимаешь, не очень хорошо. Несмотря на то, что у нас преимущество здесь, да, мы все равно какие-то слабенькие получаемся. Но он будет меняться, наверное. Конечно же, он будет меняться. И еще и атаковать при этом. Ну что, Архилон, настала твоя пора. Раз, два. Вырубаем его. Окей. Так, Ксенотодон, 160 к атаке. Сразу пошел меняться. И мы тоже пойдем меняться. Ну и чё? Все меняется опять. Упс. Неприятно это было. Это было ой как неприятно, ребята. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Поехали. В топку этого Ксенотодона. Ну и вот Леоплевродон вылазит. Да все, он не жилец. Даже мы сделаем не так, а вот так вот. Вот так вот мы сделаем. Вот и все. Вот он и подписал себе смертный приговор. Вперед! Бамс! Вот эта вертушка, конечно, у Архилона, она вообще имбовая. Ну что, ты сам видел, все прекрасно. Здесь мы выиграли. Переходим на третий этап наших поединков. Здесь Геозавр, Плеозавр и Лиосихтодон.
Да, тут, наверное, возьмем плезиозавра. Бананогномиуса. Блин, ну против этого бананогномиуса брать. А, ладно, возьмем бананогномиуса. 28 уровня этот плезиозавр. И здесь нам... Блин, ну не хотелось бы мне этого тилозавра-то тратить, ё-моё. Давай возьмем Зуходуса. Поехали. Так, ну что, возьмем с тобой доп очки сразу. Геозавр. Он больше похож на дракона кого-то. Так. Плезиозавра еще и атакует, да? Ну что, бананогномиус, давай, выходи. Ушатывай этого хламона. Опять же геозавр. Угу, он все слил. Все слил, ребята. Значит, раз, два. И вот так. Иди ко дну. Так, а вот гибрид. А, ну у него 171. Ой, 172 к атаке. Ну, в принципе, нормально. Такс. И что же ты будешь делать? Он ничего не стал делать. Я рискую, друзья. Я его должен пробить. На. Отлично. Так, четвертый поединок получается, да? Предпоследний. Так, синатодон, леоцихтодон и плезиозавр. Против этих мы возьмем, наверное, кранозавра. Можно было бы, конечно, ромалиозавра взять. Ну, давай возьмем. А вот против... против этого... Че, придется брать тилозавра. Ну, а как быть, ребят? Больше никак. Не получается. Поехали, посмотрим, что у нас получится из этого. Жалко, не хватит, да? Чуть-чуть там не хватает, чтобы его подбить с одного удара. Две атаки, блин. Вырубает. Раз. Раз. Так. Леоцихтодон, ё-моё. Офигеть, он нам здоровье оставил. Блин, трындец. Ну что, двух атак хватит нам, да? Более чем. И вот так вот. Плезиозавр. Что он будет делать? Вырубать нас будет, вот что он будет делать. Ну что, ромалиозавр, веселись, он твой. Целиком и полностью. Красота. Просто красота, друзья. Ну что, здесь мы тоже защелкали. И последний у нас поединок, получается, сейчас будет. Леоплевродон, Лептостега и Мегалодон. Офигеть. Значит, здесь берем Артакона гигантского плюс Артакантуса. Да? Да. А против Мегалодона у нас пойдет Генодус. Вот сейчас-то как раз и столкнутся лбами все три титана. Начнем с атаки. На тебе. Че, Мегалодона будет брать? Естественно. Естественно. Блин, какой он ужасный, а. Этот Мегалодон. Угу.
меняется. Он взял липтостегу. Ну, если он взял липтостегу, значит, липтостегу надо убирать отсюда. Раз, два, раз. Гуляй, Вася. Мегалодон. Воу-воу. Ну все, мегалодон, ты напросился. Давай, Генодус, выползай. Пора тут одного приструнить, так скажем. Ну и остается Леоплевродон. Что он сделает против Генодуса? Ну, если только все сольет, он так и делает. Тогда все. Артакантус с превеликим удовольствием его уничтожит. Давай, родной. Вот. Все, ребята. Победа налицо. Все правильно. Рассчитано было. Все у нас прошло как по маслу. Соответственно, забираем награды. Кто нам там выпадет? Так, деньги. Ага. Да вы серьезно? Ну, блин, ну... Ихтиостега, да? Заберите вы эту ихтиостегу куда подальше. Она мне вообще даром не нужна. У меня уже есть она. Ихтиостега ваша. Так, ну что, давай смотреть дальше. Сюда, мне кажется, нет смысла идти. Динобаксы. Анкилодок, Анкилодок, Спинораптор. Как тебе такой расклад? Там сколько поединков надо? 3 сыграть? Ради скольки там? 30 бакинских. А здесь, интересно, можно? Нет, тут уже вряд ли. Тут уже не хватит у нас запала пройти. Жаль, конечно, жаль. То есть у нас выбор невелик, получается. Так, а по ежедневкам мы все выполнили. Ускорение. Кайнозойку нужно сыграть. И 3 арены. Пойдем-ка я кайнозойскую эру сыграю в ПВПшке. Давай. Раз, два, три. Погнали. Я, наверное, придется, ребят, соглашаться на 5, знаете, на долларовый куш. Да, чтобы там выиграть. Ну, не выиграем, ну не выиграем. Что я могу сделать? А вдруг выиграем? Так, Фараракас. Ох ты, жук. Да. Атакует все-таки. Все-таки атакует. Ладно, раз, два. Не вздумай меняться. Окей. Теперь наша очередь. Раз, два, три. И вот так. На тебе. Фараракас присел. Так. Архиофицион. Полторы тысячи хп. Хорошо, хорошо. Так, а кто у нас? Блин, мамонт нифига не шпарит. Чё-то мне кажется, что мы его не пробьем. Не пробьем. На тебе. Так, а теперь Индрикоцер. 732 катаки, вы серьезно? Ё-моё. Да. Раз, два, раз, два. По
По-моему, нам крышка, друзья. Да? Точно. Не стал он брать защиту, он все сделал в допочки, поэтому победил. Да, немножко обидно, грустно, но... Сделать здесь я ничего, к сожалению, не мог. Что за ускорение? Где я должен использовать ускорение-то, а? Ладно, пошли, попытаемся все-таки с тобой сделать вот это вот задание. Анкилодок, Анкилодок и Спиннораптор. Офигею, сколько Спиннораптор. 35 уровень. Как тебе такой расклад? Да. Так, ну что, против анкилодоков мы можем взять с тобой, наверное, вот этих вот двух. Или это фигня будет? Не знаю, попробуем. А против Спиннораптора... Диплотатора. Что-то, мне кажется, сейчас меня навтыкают здесь. Ух, навтыкают по полной программе. 455 к атаке. Как тебе такое, а? Он меняется, ребят, он меняется. Я в шоке. Рискну. Сейчас будет меняться опять, да? Ты, Николай, говорю, выходи сюда. Раз, два. Блин, он еще выживет. Кинь, еще выжил. Так, одну очку действий он сохранил там себе. Раз, два. Раз, два, раз, два. Фиг с ним, поехали. А-а-а! Ну этот хоть 27 уровня. Поменять, послать же будет. Ну ты серьезно, блин? Ё-моё, а? Раз, два, раз, давай попробуем. Ох, нет, 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 он все передал этому хмыренышу, ё-моё. Это ж сколько, а, ничего не передал. Но все равно, ребят, 686 к атаке. Оу, как врезал-то. Рискуем? Есть, по-моему, есть, ребята. Фух. С горем, блин, пополам, а, с горем пополам. Одолели. Так, ладно, первый поединок за нами. Давай посмотрим на втором, что. Короче, непонятно. Ой, сколько у них там хп, ты посмотри. Че, мне брать только нондогазавра можно и все. Нет, мне можно троих взять. Ты сколько стоишь на откате? 125. У меня даже столько денег нету. Да, ребята. Птеродактиль, птеродактиль. Давай возьмем еще. Вот мы возьмем, сделаем так вот. Птеродактиль. Спиннораптора, наверное, придержим пока. Тепиелозавра возьмем. И вот здесь уже нондогазавра. Нондогазавр будет последним, чтобы для него очень было много очков действий, чтобы мы могли сразу бомбить. Ты посмотри, что творит, а? Стану в защиту. Так ты жук ты навозный, а? Ну-ка давай так сделаем, посмотрим.
в защиту. Да ты оборзил, что ли, не пойму, блин. Раз, два. Ага. Такс. Берем топиелозавра. Чисто мясо, чисто, ребята, мясо. Шесть очков действий, запомнил, все сливает. Отлично. Вот этого я и ждал. А теперь разомнем перышки, как говорится. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Пшел вон отсюда, чтобы глаза мои твои тебя не видели. Тут уже 3100 хп. Ну и до свидания. Что я могу сказать еще? Все, допрыгался кузнечик. Так, и теперь последний поединок. Ну тут, наверное, вообще будет супер-турбо-имба. Индоминус, Раджа, Паразавр. Опупеть. Эх, как же мне сейчас нужен... Кто-нибудь из этих... Блин, я не знаю, ребята. Как мне Индоминуса наказать, а? Раз, два. Нет, 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 не так. Не так. Давай, наверное, вот так. Так и вот так, может быть, сделать. Блин, ну мне нужен диплотатор или еще кто-нибудь из них. Давай попробуем, фиг с ним. Я сейчас тут начну паниковать, как всегда, блин. На ровном месте. Ну что он сейчас делает? Он возьмет и укусит, да, наверное? Или не будет кусать? Сейчас проверим. Или возьмет паразавра. Паразавра берет. Вот черт его знает, что у него там на уме, а? Давай, я рискну, ребят. Я знаю, что он может вырубить нас. И он вырубает. Ну, теперь вырубаем его мы. Давай, Раджастига, выходи. Раз, два. Раз. Раз, два. Погнали. Раджастига. Ага, решил, типа, прощупать, да? Щупальщик тоже мне здесь. Раз, два, три, четыре. О! Индоминус Рекс. Ну и все, паршивец ты такой. Давай, птеродактиль. Круши, супостата. Да, ребята. Победа, как вы видите, за нами. Мы здесь выкрутились. Было нелегко, но мы выкрутились и победили. Вот так вот. И доллары получили, и очки доверий. Жаль, конечно, что дальше мы не можем продолжать, потому что нам некем играть. Но оно того стоило. Оно того стоило. Так, что у нас там? Кто там буянит? Ха-ха-ха. Раджазавра я сам не поймаю. Так, а вот тут вот использую... Где его ускорение-то используем? Скажи мне, нет, на милость, где я тебе использую, блин, ускорение? Где? Вот здесь вот? Где я тебе должен использовать ускорение? Ну вот здесь вот можно.
Можно. 397 баксов потратить, тогда можно. Тут 115. Тут негде больше ускорения это сделать, если честно. Так, и... А раз ускорение негде сделать, значит и ПВП-сражение. Нет, ну ПВП-шки, в принципе, можно сыграть хотя бы ради очков и ДНК. Давай, пойдем в ПВП. Чука, на Зойку. Раз, два. Нет. Раз, два, три. Так уж и быть, Кенозойскую эру мы сыграем с тобой. Там два поединка. А вот по поводу ускорения фиг узнает. Эндрикоцерий, кто там? Эндрикотерий. Ну, понятно, короче. Давай вот так вот сделаем. Будет бомбить, интересно, или нет? Меняет. Упс. И, блин, убивает, да? Вот это хламон. Да. Ой, какая фигня получается. А против этого мы как будем? А, ну, в принципе, носорог есть только. Ну, чё ты там елозишь-то? Твою налево пошло опять меняться, а. Давай влепим ему как следует. Иди отсюда. Достал же. Динотерий корявый вышел. Ну, тут-то понятно дело. Три атаки бьет меня в слив. Неудивительно, нисколечко. Раз-два. Раз-два. Ну, мне кажется, этот нас завалит, ребят. Тут уже ничего не поделаешь. 145. 5 очков доверия у него. Ой, доверия. 5 очков действий. Под 145 ему достаточно 3 атаки сделать, и у него 5. Да, он все сливает. Это второй поединок, который у нас сегодня именно за Кенозойскую эру не срабатывает. Кенозойская против наземных. А, тут еще и моды. Пронзающий укус, прочную кожу возьму, например, и путы. Давай посмотрим, что тут у нас выпадет. Кого поставят против нас? Ну, трындец поставили против нас. Пипец просто. Отвлечение. Бодрость. Еще какую-то фигню. Ходят первыми, да? Давай проверим. Метриолонг. У нас защита, ребят, должна сработать. В плане? Блин, это не защита, я не то. Защита здесь, там укус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Вот это я лопухнулся, друзья. Ну и вот как ты вот мне прикажешь здесь бомбить? Да проиграю, конечно же. Фига тут надавали, гибрид. 34 уровень, 31. Куда, ребят? Конечно, тут никак. Да. Какого-то метриолонга завалить не смогли. Просто на одном динозавре сфылились. Ну, ребят, вы сами видели. Мне драться было неким, я уже взял кого, кто оставался в запасе, и все. Даже защита не помогла, прикинь. Ну ладно, мне надо было сыграть, я сыграл. Забираем, блин, а где вот ускорение? Ума не приложу, где мне ускорение сделать? Как мне его использовать? Трындец он прокачиваться, конечно, да. Просто, я не знаю, просто мастер-класс. А, все? Ну, спасибо. Так, давай. Все, ребят, теперь даже как-то поспокойнее мне стало. Ежедневные задания выполнили. В 4 часа опять же у нас все обновится. 4 часа дня. И мы, наверное, еще одну серийку запилим с новыми событиями. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.